Ребят, всем привет. Мы едем на работу. Спасибо большое. Здравствуйте, дела нормально, спасибо. Погода хорошая. Здрасте. Так, какая-то новая группа на меня подписана, Дом 2 Live Video. Ну да ладно, здравствуйте. Потом гляну, кто, что, как. Всем приветики, друзья. Кто спрашивает про Лешеньку Кудряшова и Настеньку Иванову? Благодарство. Смотрите эфиры, вы все узнаете, котятки. Возьмите меня на Дом 2. Кто хочет прийти участником на телепроект Дом 2, неоднократно повторяю, пишите Надежде Ермаковой. Да, конечно, переживаю, естественно. Салам алейкуму. Алейкум ассалам. В конце туннеля свет. Я ж Надю устала пиарить. Спасибо большое. Наталья, можно вам в директ написать по рекламе? Напишите, но напишите. Я не против. Спросите, пожалуйста, все условия по поводу возраста. Что для этого необходимо? У Надежды Ермаковой, ребятки, это как бы не моя зона ответственности. Наденька вам все расскажет, котятки. Вы же все знаете, какие ограничения по возрасту, что для этого нужно. Надя постоянно выставляет своих сторис и постоянно об этом говорит. А, как там Саша, еще неизвестно, я не знаю. Африкантова сейчас тоже вещает. Очень хорошо, прекрасно. Я рада, что Татьяна Владимировна находит время даже на проекте вести прямые эфиры. Молодец, она все успевает. Молодец. Здравствуйте, у вас половина же подстроена, скажите честно. В смысле? Ну, как всегда, благодарство. Добрый вечерок, добрый. Спасибо. Я люблю, когда... Спасибо. Какой у вас телефон фирма? А почему меня все это спрашивают? У меня Samsung... Я не помню, какая марка. R9S чего-то плюс. Илья, приветствую вас. Илья Сагляни у нас в прямом эфире, ребят. Наш постоянный эксперт. Илья, вы уже едете, я надеюсь. Привет, бабушка... Спасибо. А вы хитрюга, все зна... Да, я еще та авантюристка. Я так и ждала вопрос по поводу Брянской и Антона. Ребят, смотрите, сегодня Дом 2 Магазин были в прямом эфире. Аня Брянская приезжала к Антону Бекужеву, они проводили совместный прямой эфир. Аня приехала на обед, пообедать с Антоном, и они все вещали там, ребятки. Да, это правда, они вместе. Илья, я вас жду. Прекрасно. Спасибо большое. Что за Антон? Угу. Благодарство. Да, мы тоже все рады и за Анечку, и за Антона. Она приехала на обед, и Антон даже интересовался. Аня, какие блюда ты любишь, предпочитаешь? В общем, посмотрите, если они сохранили прямой эфир, посмотрите, было очень интересно. Спасибо, Наталья, вы как всегда... Благодарство, Илья! Спасибо большое. Смотрю всех участников Дом 2, комментируйте, а Рапунцель или нет, почему?
извините за вопрос, а почему, когда мне задают вопросы про Рапунцель, я комментирую, если это вопросы адекватные? Таня, вам передают огромный привет, мои подписчики. Спасибо. От Татьяны вам тоже огромный привет. К Адоне с новой девушкой уже? В смысле? Каждый день с новой. Точно. По секрету вам Извините. Скажу. Рубрика «По секрету всему свету». Каждый день с новой. К Адоне нас проклянет, Татьяна. Что вы себе позволяете? Он это делает каждый день после шоу. Ладно, извините, но черный пиар тоже пиар. Он еще тот, понимаете. Ходок. Татьяна супер, да, видите, она прекрасна, как всегда. Она настоящая леди. Ага, конечно, Путовике. Мы никого не выкидывали. Химки, привет. Да, правда, что Антон Бек уже с Анечкой Брянской, конечно. Он так влюбился вообще, он мне... Я так, как говорится, вообще с ним достаточно тесно. Он говорит, все вообще, говорит, не могу. Причем это соитие, так сказать, произошло на Натальином дне рождения. Он открылся, так открыл врата. И мое видео брали. Разлетелось удачненько. Да, он прям что-то прям проникся. Мы все в шоке. И участники все в шоке. Да, ну мы рады. Дай бог. Смотрите следующий вторник, 11:30 на канале ТНТ. Там будет очень много откровений. И вы все узнаете. Лера Фрост, если вам так интересна ее жизнь, она сейчас в Дубае отдыхает. Заходите, смотрите. Что у меня спрашиваете, где Фрост? Лерка в Дубае с мамой отдыхает. Адыгей, привет. Спасибо. Кемерова Машулечка, привет. Передаем огромный привет. Сыцевят на яхте, да, сыцевят на островах. Раньше на ССЛ приходили телезрители. Что с ними случилось? Ничего с ними не случилось. Они сейчас приходят по четвергам. Сочи, привет. Там идет вопрос-ответ по поводу детектора. Да, вы это имеете в виду? Если что-то другое, я не в курсе. Здравствуйте. Посмотрите, пожалуйста, мой профиль. Что произошло между Оганесянами и Капаклы? Не знаю. Яночка скучает по Захару, да. Конечно же, она скучает, естественно. Не за что, не за что. К Феде пришла Лиза? Конечно, пришла. Душанбе, привет. Да, Захар Саленко стал ведущим на яхте. Смотрите эфиры, и вы все узнаете. Калуга, привет. Серафим нормально. Жив-здоров, что с ним будет? Ромашов нет, не ушел. У Ромашова отпуск. Черно худеть не собирается, Черно худеет. А знаете, есть такая пословица: тише едешь, дальше будешь. Ульянцева и Захарова ушли с проекта. Это кто такое сказал? А почему они должны были уйти с проекта? Лёва, ты отправил сценарий Филиппу? Да. Ты, блядь, истерика вчера была. Почему Черно пишет гадости о Роме и Марине? Привет. А где она написала гадости о Роме и Марине? Называйте, как хотите. А у Синёва она... Лёвушка, ты сказала, что возвращается. Ну да ладно, есть борьба. Ой, это ты сам. Самая штуковина. Время-то просто уже полчетвёртого. Yeah.
мы приехали 5-го. Зная Серафима, я из Краснодара, он еще тот товарищ. Ты что, что-то какая-то адовая пробка. Напишите мне в директ по поводу него, какой он товарищ. Я не знаю, я же с вами в прямом эфире, откуда я знаю, кого родила Сашенька Артемова. Вы что, издеваетесь надо мной? Где сейчас Валера Блюменкранц? На странице мнений и у себя в сторис. Она, по-моему, никого еще не взяла, она в родильном отделении. В перинатальном центре в родильном отделении вместе с Кузьмой. Ну, пока, наверное, мы едем туда-сюда, нет, уже, наверное, родила. Нет, они что говорят, что она родила? Угу. Сегодня Захарова в сторис сказала, что они покинули проект. Потрясающе. Привет, друзья, привет, привет, привет. Спасибо большое за поздравления. Меня продолжают поздравлять. Это так приятно просто, честное слово. Саша рожает, еще не родила. Молодцы, дом 2 Чоуза, молодцы. Вы все знаете, котят. Молодцы, спасибо вам за информацию. Мы все держим кулачки за Сашеньку. Да что, сколько? Еще понять не могу, знаете, нужно чистить. Привет, 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 Черно... Вот Кузя сидит. Ага. Смешно. Благодарствую. Давайте подождем. Еще немножечко осталось, и Сашенька родит. Украина, привет, друзьяшечки. Никого она не гнобит. Прекращайте вот эти истории выдумывать. Жаль, что Брянская ушла. Она из Строкова, самые классные девахи на Доме 2. По поводу ухода Ани Брянской, она комментировала это в своем прямом эфире неоднократно. Здравствуйте, вам очень красиво подошла маска с крупными серьгами. Элегантно, благодарствую, только в жизни мне такие серьги не идут. Игорь и Юля помирились. Да. Игорь Русанов, Юлия Щеглова, да. Так, ман... Валерочка, здравствуй, мальчик мой. Спрашивают, где ты сейчас? Вот у нас друзья Валера Блюменкранца в прямом эфире. Пусть выйдет. Валер, подключись к нам. Сейчас тебя подключим. Может, не Валер? Может, какой-то фейк? Я забыла ответить, что Валерий Блюменкранц же устроил. Валерочка, здравствуй, мой дорогой! Привет! Валер, как дела? Нормально. Я только с душа, извините. Да не-не, ничего страшного, мы привыкшие вас видеть из душа и не с душа. А, ну вы-то да, вы-то... А, ну хотя все уже привыкли. Валерочка, скажи, пожалуйста, правда, что ты... У Витеньки официантом устроился на работу? Не, парковщиком. Официанта меня не взяли, у меня парковщик? На работу нет. А парковщиком, да. Там такая оранжевая жилеточка у меня специальная, специализированная. Да. Вот. И она мне очень помогает, что ночью меня машины не сбивают. Потрясающе. Ну и как ты справляешься? Девочки, я дико извиняюсь, что в тот раз не смог приехать. Очень-очень, короче, сбился с режима. Валер, несмотря на то, сбился. Да, мы поняли. Я проснулся и не понял, где я, сколько времени и почему я должен куда-то ехать. Ага. Мы поняли. Валер, несмотря на то, что ты тогда не приехал и проспал, мы всегда тебя рады видеть, пригласим, но ага. Теперь я буду контролировать твой чуткий сон, будить не, тебя уже, на самолет, Валер. Уже все нормально, я просто раз в Киеве был, в Одессу должен был выезжать и, короче, сбился с режима. А сейчас-то я уже стабильно... Расскажи нам, как твои дела. Что-что?
Как дела? Ты с кем-то встречаешься? Так, начинаются эти вопросики интимной жизни. Конечно, он встречается. Я... У тебя же Катя девушка. Так, я на данный момент нахожусь в Одессе. Через две недельки буду в Москве. У меня все замечательно. Да, в Москве было так тепло. Ой, в Москве, говорю, в Одессе было так тепло, солнечно. Все ходили на море, но последние пару дней очень холодно. Поэтому меня погода начинает расстраивать. Я, наверное, Валерочка, вот лично меня не интересует погода одесская. Ты скажи, с кем ты встречаешься? Так вот, вчера открыл этого Джордж Оруэлла, 1984. И очень много полезного вычитал оттуда. Какие-то еще вопросы будут? Валер, не надо вот эти вот разговоры со стороны Азовского моря. Рассказывай, кто она. Конечно, будут. Валер, приедь в Москву, приходи к нам на шоу с ней. С кем с ней? С ней. С девушкой. Ага, я понял. Мы снимем эксклюзивчик, котенок. Договоримся, Валер. Валер, мы договоримся. Ты знаешь, как мы тебя любим. Мне кажется, Наташе будет очень больно, если я с кем-то приду. Валер, мне... Ничего, мы переживем. Мы переживем. Ради митинга мы переживем. Вот вы какие. Ну а как нам быть, Валер? Вы что, вы на съемки едете? На съемки? Да, мы едем на работу. Какие вы умнички. Полчетвертого. Валерочка, мы тебя ждем. Валерочка, ты там обязательно Витюшеньке передавай привет, мы его тоже целуем, любим. Я его сейчас увижу, он ко мне вот выехал уже. Я жду. О, прекрасно. Ты как только приедешь в Москву, нам звони. Мы тебя ждем на шоу. Хорошо, хорошо. И ни одного. Я вас целую. Целуем, Валерочка, любим пока. Тебя, котенок ты наш ненаглядный. Пока-пока. Пока-пока, пока. Спасибо. Спасибо, что пошел. Красавец, красавец, ну, мальчик. Ненаглядный. Все, пока. Сики, Валерочка ушел. Так, друзья мои, простите. Извините. Я одна не понимаю, кто это такие. Нет, вы ни одна не понимаете. Выходите, раз не понимаете. Кто не понимает, если вы хотите понять, зайдите, пожалуйста, в профиль. Я смотрю, тут новые подписчики зашли, которые не знают нас, подписчики Валерочки. Кому интересно, заходите в профиль, кому не интересно, друзьяшечки, я никого не держу, мои котятки, мои рыбки ненаглядные. Всего. Вон отсек. Прочитай в шапке профиля деревня, кто это правильно. Молодцы. А, как нам с цвет? Нормально. Как Аня с Антоном поживают? Ребят, в начале прямого эфира я говорила... Что это кору все время? В начале прямого эфира... Здравствуйте, здравствуйте. Потому что тебе кажется, что тебя не слышно. Да, 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 да. А тебя слышно. Ты как там отдыхали в Мистрале, ты так орала, что вокруг все смотрели и слушали твой прямой эфир. Ребятки, мне не нужно кадрить Валеру, я его давным-давно закадрила. Зайдите ко мне в ленту и посмотрите мое видео с Валерочкой. В начале своего прямого эфира я говорила по поводу Антона и Анечки. Сегодня Дом 2 Магазин были в прямом эфире. Антон и Аня Брянская. Анна Брянская приехала уже на обед к Антону, и они прекрасно поживают. Уже вместе обедают. Это о чем-то говорит. Как можно не знать таких прекрасных девушек? Не, ну, друзья мои. Тоже очень приятно. Кирка говорит, домик, 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 домик. Мостик, когда приезжаем, Кира говорит, как Кира говорит, домик, домик, домик. Да, я не поняла почему-то, я думала, что это видео-то я смотрела. Нет. Меняй. Так что вот, на наши вопросы по поводу, с кем сейчас Валерон, он, конечно, красиво ушел от ответа, как всегда. Ну да ладно, мы просто решили его немножечко... попровоцировать, но он, как обычно, отвечает со стороны Азовского моря чисто по-одесски, по-еврейски. Ну да ладно. Через две недели приедет,
вы тоже все узнаете. А почему на нее противно смотреть? На кого? На болит. Наверное, потому что она все время плачет, людям это не нравится, люди хотят видеть какой-то позитив уже наконец-то из конца в конец. Ну, когда у человека проблемы, он, естественно, будет плакать, тем более такие проблемы. Потому что затяжные просто, наверное, очень. Мамсен, ваш день рождения соединяет сердца. Надо открыть новый проект. День рождения Натали. Напейся, попой и построй свою любовь. Кстати, никто особо не пил, если честно. Не было ни одного человека, который бы просто вот в зюзю напился и все. Ну, как бы Анька была такая под шофе, но вот пьяными не был никто. Вот, кстати. Здравствуйте, вы не хотите быть в качестве... Нет, спасибо большое, у нас достаточно ведущих. Прекращайте. А мне и на своем месте очень даже неплохо. Спасибо, пишут нам, что мы прекрасные и веселые. Валера Спинчук была прекрасная пара. Ну, ребят, это жизнь, все когда-то проходит. Сейчас Ира с Араем, и тоже, я считаю, неплохая пара. Вот идеальная. Да, они очень подходят друг к другу. Два просто бимый ком. Музюзюка. Они реально так подходят друг к другу. Вот Ире нужен был такой парень. Я даже не знала, что, кстати, Арай настолько может быть сентиментальным и романтичным. Вот ей реально нужен был такой парень. Ни в одном из парней, с которыми она была, вот этого качества не было. Немножко такой детскости, которая ей была нужна. А ей прям это необходимо было. Плюс творчество и комедийные общие цели. Спасибо, ребятки. Куда едете? Мы едем на работу. Как куда? Валера говорит, вы на съемки едете? Мы говорим, да, нормально, время 3:30. По Валерочкам, как всегда. Но если бы Валера уходил с работы в 1:30, тогда бы он как бы понимал, почему мы едем на съемки. Потому что у кого-то рабочий день с 9 до 6, а у кого-то, извините меня, до ночи. Мы же не роботы тоже. Хотела бы попасть на проект, только бы с вами познакомиться. Кто хочет попасть на проект, друзья мои, пишите Надежде Ермаковой и далее более. Наденька профессионал, она всех может, как так сказать, вывести на чистую воду. И да. Понять, кто герой, кто нет, кто взять, кого нет. Рома Макеев развелся. Я не знаю. Я думаю, что пока еще нет. Пока не дело ни одного дня. Почему не отвечаете про Кудряшова? А что про Кудряшова? С Ивановой он или нет? Да, он с Ивановой. Ермакова замуж вышла. Она замуж должна была выйти? Нет, по-моему, Надя замуж не вышла. Она созвала. Официально. Но у нее же есть потрясающий парень. У Наденьки сейчас другие проблемы, у нее ремонт. Зайдите, гляньте, какой ремонт Надюха делает. Шикарный. Молодец. И, кстати, я так и говорила, она на первом этаже выточила. Да. Прям прикольно. Да, там, знаешь, там такая терраса классная. Верандочка такая. Это прям круто. Мне попорало, что это именно на первом этаже. Да. Реально прикольный комплекс. Город Орел, огромный привет. Пинчук и... Да. Это было давно. С кем Кудряшов? Кудряшов запутался на данный период времени, я считаю. Молодой, глупый, взрывной. Но ничего, пройдет время... Мысли все его придут и встанут на место, друзья мои. Котятки. Кудряшовские? Ага. Мне кажется, ему подходит Полинская. Конечно.
Чайчиц плохо говорит про Лизу, такая сякая, она действительно такая, вы ее же хорошо знаете. А что он про нее плохой говорит? Почему он так плохо о Лизе отзывается? Странно. Я не замечала раньше, что Чайчиц кого-то может так обсирать. Ну, видимо, у него обиды свои на Лизу. Лиза не такая и не сякая. Лиза классная девочка. Вы все время куда-то едете. Естественно, друзья мои. Раньше вы привыкли, что я постоянно в кабинете. Канск, Сибирь, привет. Привет, Таганрог. Захар теперь будет постоянным ведущим. Я пока не знаю, давайте подождем. Почему ночью не заходите в эфир? Ну, потому что пока так складывается сейчас, что мы только вышли из отпуска, и пока мне не до ночных эфиров. Лёв, слышь, подписчики Наташи пишут ей, выходите, пожалуйста, в прямые эфиры ночью, у нас с вами своё лобное место. Да, да, да. Здравствуйте, вы посмотрели мое сообщение в директ? Здравствуйте, сейчас эфир закончится, гляну. Не понимаю, что. Кто вы? А вы? Кто? Дед Пихто и бабка с пистолетом. Марина и Рома, не начались никакие проблемы, у них все прекрасно. Волгоград, приветики. Красноярск, приветики. Как ваше ничего? Ничего. Так что Яна Захара бросила его и ушла. Я не могу вообще, друзья, вы что? Точно. Да, мы уже можем про это говорить. Да, там, видимо, идет анонс. Да, Яночка, которая Шафеева, да, она ушла. Я надеюсь, больше не буду это спрашивать. Глупый вопрос. Узбекистан, привет. Спасибо большое. Когда будут выходить эфиры с яхты? С понедельника или со вторника? Не, смотрите презентацию в следующий вторник в 11:30 в шоу «Бородина против Бузовой» на канале ТНТ. Повторяю, кто интересуется яхтой, эфиры с яхтой, смотрите следующий вторник презентацию на шоу «Бородина против Бузовой», и вы все узнаете. Киев, привет. Это было очень давно по поводу Шафеевой. Алена еще не вернулась. Дагестан, привет. Алена еще в отпуске. Осетия, здравствуйте. Здравствуйте. Сэм лучший ведущий из участников. Но, к сожалению, Саймон Марданша же ушел с проекта. Сэм в Испании готовится к соревнованиям. Вместе с Ишанькиным. Спасибо большое. Йоси Черно, прекращайте мне вот эти вот лживые провокаторы. Рапи 40 годков. Нет. Привет из Испании, мы вас обожаем. Господи, приветики, друзья, очень приятно. Вот такой красивый водитель у вас, кто она? А я водитель. Значит, знакомлю в очередной раз. Татьяна Светлова, руководитель шоу «Бородина против Бузовой», креативный продюсер, простите, пожалуйста, она же моя младшая сестренка. Я уже не могу быть по этому Ленинскому проспекту. Едешь, и все время 20 минут едешь. Что за парень на заднем сиденье? Ливан, шеф-редактор шоу «Бородина против Бузовой». Прошу. Ну, команда все. Левушка? Непубличная личность. Левушка наш котенок. Наталья, а почему ваша кума врала о том, что они уже взяли ипотеку 2 года назад? Это когда такое было?
А, значит, по поводу этого могу сказать следующее. Во-первых, она не говорила, что они уже взяли ипотеку. Она говорила, что они хотят взять. Поэтому давайте не перекручивайте мне там вот эти вот истории ваши. Ребят, по поводу возраста Ольги Дмитриенко, по-моему, всем известно, что Оле... Зайдите в Google и прогуглите, сколько ей лет. Она никогда не скрывала, сколько ей лет. Я эфиры не смотрю, мне это не нужно. Я смотрю трансляцию в режиме онлайн. Зачем мне смотреть эфиры? Вот. По поводу Рапунцели, друзьяшечки, давайте мы закроем эту историю. Германия, привет. Если вы хотите узнать тот или иной вопрос, задавайте их лично Диме Дмитриенко и Ольге Дмитриенко. Я думаю, они вам ответят. Спасибо за хорошие слова про Лизу. Жалко ее, ей сейчас непросто. А что с ней? Ну, ребенка то, что не отдают, наверное. Зачем вы выгораживаете своих родственников? Вам стыдно? Нет, мне не стыдно. Я считаю, я имею на это право выгораживать кого угодно, а тем более своих родственников. Детки. Я скучаю по вам после 12 ночи. Куда пропали? Друзья, сейчас начнется зимовка. Мы с вами зимой будем и ночами, и днями трындеть. Более того, удобные места вам обеспечены. Конечно. Ваша сестра близка к проблемам, пусть живет для себя, а не для других. Да, мы, у нас работа такая, быть близкими к проблемам участников. Считаешь, стервочка, вот 09881, стервочка мне вот это нравится. Я тоже так называю, Настенька Стервочка. Считаешь Алену и Рому хорошей парой? А главное, что людям хорошо. Кому какая разница, какое у меня мнение, да? Я считаю, что слава богу, что Алена счастлива. Вот и все. Конечно. У вас крыша не едет от дома? Что вы? Как может поехать крыша от дома 2? Привет, привет. Ебаров добился расположения... Смотрите эфиры, вы все узнаете. А как же? А как же? Господа, я вас всех люблю. Спасибо вам большое, что заходите. Давайте я буду прощаться и до вечера. Вечером я постараюсь выйти в эфир, обещаю. И мы с вами немножечко поговорим. Не забывайте смотреть шоу «Бородина против Бузовой» в 11:30 на канале ТНТ с понедельника по пятницу. Я вас всех люблю, ребятки. Спасибо, пока. Прекращайте.